Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу рецепт жидкого пластика. Такой довольно легкий способ и интересный. У меня уже есть одно видео на эту тему, но я там как бы до конца не раскрыл рецепт. Значит, нам для этого понадобится тара. Я вот взял такие стаканчики под анализы, ну, чтобы вам показать, чтобы для удобства. Значит, стаканчики. Пластик вот такой вот, ну, в принципе, вы можете любой брать. Я далее расскажу, чем они растворяются, как и что лучше использовать, какие растворители. Вот. Можно растворять любые виды пластика, оргстекло. Из оргстекла, кстати, получается неплохой лак. Это корпус от компьютера, это корпус, по-моему, от старинного монитора. Это корпус от зарядного устройства. Значит, что нам еще понадобится? Вот пластик, тара. Ну и, конечно, растворители. Ну и обязательно зеленый чай. Вот такой вот. Липтон. Вот. Ну так, поехали. Что нам надо? Значит, наламываем его мелкими кусочками. Вы, если будете делать такой пластик, то вы ломайте как можно меньше, мельче. И для эксперимента сначала пробуйте небольшими дозами, как у меня. Сейчас я наломаю. Это для чего? Ну, мало ли, что у вас там. Какой пластик, хрен его знает, как он получится. Как он будет растворяться, да и все такое. Можно, в принципе, крупным, если у вас какой-то там толстый пластик, крупным рашпилем наделать мелкую субстанцию такую, порошковую. Ну и он, конечно, соответственно, конечно, он быстрее растворится. Ну и желательно это делать в тепле. Вот. Ну, примерно вот так вот это получается. Так, ну я думаю, этого достаточно будет для эксперимента. Сейчас мы еще наломаем стекло. Ах, пальчик поранил. Вкуснятина. Ладно. Травма на производстве, на больничный идти. Также оргстекло можно использовать и какие-то толстые. Заготовки. Толстые заготовки. Я делал, крошил их рашпилем на такую пудру создавал крупным рашпилем. Довольно неплохо получается. Значит, наламываем мы все это дело. Накрашиваем. Ладно, хватит показать. Далее. Ну, смотрите, у меня получилось грязью. Фокус. Вот, грязные кусочки получились. Вы, если будете наламывать, делайте это как можно чище, чтобы не было у вас никаких таких примесей. Так. Оргстекло растворяется в растворителе. Значит, добавляете
Ну, смотрите, как вам по густоте нужно. Значит, сюда я добавил, сколько, я не знаю, сейчас посмотрю, сколько миллилитров. 10 миллилитров. Вот. И оставляйте на сутки. За сутки он растворится. Далее расскажу нюансы. Значит, вот такой вот черный хрупкий пластик, который я накрошил растворителями, он не растворяется. Он делается просто как пластилин. Кстати, можно какие-то лепить из него заготовки. Вот этот черный пластик растворяется ксилолом. Растворитель для автоэмалей. Растворяется долго, но оно того стоит. Можно использовать как антикор для автомобилей. Ну и много-много можно применений ему сделать. Значит, оставляйте это все на сутки. Вот уже чувствуется, как пошла, ну, идет уже реакция. Какой-то пластик стал на звук мягкий. И прилипать стал уже к стаканчику. Стаканчики не растворяются. Если вы будете делать большой объем, желательно это делать в каких-то вот таких вот плоских тарах. Насыпать по дну пластик и заливать растворителем. Обязательно тара должна быть закрыта, чтобы растворители у нас не испарялись. Или иначе у вас ни хрена не получится. Ну а зеленый чай нужен для того, чтобы согреться приятным холодненьким осенним деньком. Так, значит, что еще? Смотрите, растворяйте, когда оргстекло, и наносите его, получается, он быстро высыхает и, ну, не дает такого сильного впечатления. Значит, в него можно добавить немного ксилола. Это затормозит быстрое засыхание, будет засыхать более плавно, ну и, соответственно, не будет никаких трещин и всего такого, неприятностей таких. Я мазать не буду, сейчас растворится, оставлю на сутки, на двое, растворится, мазать не буду. У меня, кстати, есть видео, я уже пробовал наносить пластик на порог. Ссылку я оставлю в описании, здесь вот под видео нажмете, развернете описание, там будет ссылка. Как я демонстрировал, ну, мазал, короче, когда. Так, друзья, прошло двое суток. Немного добавлял, там убавлял. Значит, что у нас? У нас получается вот такая вот масса жидкая. Но она густоватая. В гараже прохладно. Она густоватая. Густоту можете регулировать, добавляя или либо выпаривая растворитель. Ну, оставить открытую, допустим, она немного постоит и выпарится, станет густой. Субстанция у него такая, ну, видите, да? Сейчас вот палочкой макну, металлической. Прилипает, въедается во все что угодно. Ну, не знаю, пластик, дерево, ко всему, абсолютно ко всему прилипает. Вот, получается вот такая вот каша-малаша. Цвет ровненько ложится. Ну, отлично вообще. Вот, красить ее кисточкой обычной. Кисточку потом можно промыть в том же растворителе, в котором вы растворяли пластик. Ну, чтобы, допустим, там попользовались, кисточку не выкидывать. Ну, если вы такой жид, как я. Вот. Значит, ну, оно того стоит. Попробуйте, обязательно попробуйте. У вас 100% получится. Пробуйте разные виды пластика. Вот такой вот пластик, к примеру, растворяется быстро в ацетоне. Вот можно использовать ацетон такого типа. Вот, повторяю, ксилол, растворитель. Ну и разные
виды пластика. Ну, конечно, не полиэтилена и всякую такую фигню. Вот, смотрите, здесь у меня растворенный фокус. Здесь у меня растворенное оргстекло. Вот оно вот такое вот густое на вид. Вот так вот оно текет. А вот ну, добиться, чтобы оно пожиже было, можно добавить ксилол. И, соответственно, размешать и потом уже использовать. Ладно, я небольшой фрагментик вставлю, как я из прошлого видео, как я наносил этот пластик. Ложится, повторяюсь, вообще классно, красиво получается. И можно несколько раз намазывать, делать толстые слои. Ну что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте обязательно лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии, спрашивайте. Ну, буду отвечать по мере возможности на все ваши вопросы. Всем удачи, до скорого и пока.